А мы на лыжах. Москва река замерзает, а мы на лыжах. И не сдувато. Дорога, она от края до края, от порога до порога, все дорога. Дорога, она как море, как Волга, и до завтра, и надолго, все дорога. Дорога, она по снегу и по звездам, по мраку ночи поздно, все дорога. Дорога, она и радость, и тревога, и близка, и далека. Давай, Серёжа, Серёжа, приветствуй меня. Да ладно, Ген, идем туда, в горы. Откуда туристы? Мы состав. По старой маме. Приветствую, команда. Привет. Мужик, ты откуда? Закон тайга. Нет, Вов, иди сюда. Нет, если хочешь, по дороге, дорога, она вон идет. Дорога не надо нам. Дорога вот она идет. Она нахуй нам не нужна. Вот она показывает. А? Вот дорога идет. Нет, она в этом куда-то спускается, дорога. Сейчас так идет, нахуй. Нет, он стоит. Он же не стоит. Сколько мне идет? А? Нет, наоборот. Чего ты считаешь, что ли? Нас тянет направо, а он налево хочет. Может, там что сделал? Упорно столбы. Даже столбы видно. Давай, мы сейчас херачим. Нет. Сейчас лоб херачим. Мокрый снег был. Да? Ладно, остановили вас, бля. А то так пошли. Болванка. Че? Не матерись, камера. Их говорю, чуть-чуть. Остановили, ладно, а то так... Мария, набор большой. Это тучка. Хорошая тучка. Ночевала. Золотая. Тут сейчас смысл такой, что есть, мы прием, значит, туда. Аккумулятор не хватит. Привет, супруги. Ульяновск! Ульяновск! Урал! Восхождение на Юмантау! Чуть не восхождение, это подход. Стоп, Ульяновск! Стоп! Ген! Чуть-чуть! Давай, залезай, давай! А я затяну. Держи, пожалуйста. Ну, зачем? Все? Пока так нет. А мне нет ничего. Подожди, как высоко. А мне нет ничего. Тогда тем более. Нормально, а сейчас правитель. Да. Ничего страшного. Чё, так, котелки есть, котелок, вот, хорошо. Нет, не все, как. Голые, одни лыжи добавить. А? Чай, ну, салат. А может, вот такой же, это самый же, чуть-чуть. Кстати, классный. Да? Ну, классный получился. Ну, пожиже сделаем. Мы это промазали где-то. Ушли вот по этой вот этой стороне. Пойдем вот это. Вот когда здесь были. Хороший вид. Даю. Так высоко я не бывал. Красиво. Восхождение на Юмантау. Сегодня какое число? 26 февраля. Да быстрее. Конечно. Хватит всем, чем просто. Больше, чем это было. Когда полоник утром. Я сказал, всем хватит. Стой! А, Машка. Ген, подай. Конечно. Еще чуть-чуть. Подай, чтобы наклоняться мне. Подойди, бери. Вот ты так, вон оттуда бежал. Лужка красная, что это? Так что может быть и ничего. Есть.
фотографируешь. На самой вершине, ты понимаешь? А вот далеко это сам взял, так вот как будто где-то не вышел. Да, да. Покатись, надо все. Куда? Да, просто покататься. Идет дорога. Давай, раз, а раз, а раз, два, раз, два, три, раз, а раз. Ульяновские туристы приехали. Оттаптывание закончился. Манюня, заходи. Топтание активное. Так, идет мощная подготовка гнезда к ночлегу. Для того, чтобы поставить палатку, необходимо утоптать очень глубокий снег, чтобы он был жестким. На этом месте сейчас будет ставиться палатка. Схватит сейчас. Мороз должен пойти. Утоптать все равно, а с этим мы нахуй. Да ну мелко, не посидеть. Осторожней. А что они там с футболиками, которые там это хотел подстукать, там эти самые гоняли. Берегись! Пошло! Чтобы не замерзнуть, наломаем лапник. Да. Необходимый. Необходимые необходимая подстилка палатки. Очень хорошо идет на венике. Самый палец. Несмотря на то, что вроде как колючие, обдашь кипяточком. Классно, да? И классно, да. Вот надо привезти с Сюрел. Ну, мы венчик привозили. В рюкзак целый забивали. И Гены, не знаю, насколько ему хватило, но на ползимы, по-моему, хватило, по крайней мере. Ой, ну как, весной привозили уже, вот до лета ему хватило. Кого? Ну, петовый лапник. Идет подготовка к разжиганию костра. Со всеми вытекающими последствиями, то есть ужин. Для того, чтобы разжечь костер, пришлось вырыть глубокую яму. Глубина снега около метра. Даже можно уточнить, метр два. Все. Глубину снега можно судить по лыжам, которые ушли в снег по самые крепления. В это время продолжается заготовка лапника. Для того, чтобы ночевка была намного теплее. Все, на лыжах. Начинает переноски дров, кончая шкельби. Без лыж здесь пройти невозможно. Условные единицы. А вот это надо? Или... А если надо, то шлем, С любовью, да? Нормально, теперь ты правильно делаешь. У нас люди это вот наш... не потерятся. Это наш любимый начальник Чукотки. Работаем. Многие как? Извините, хаврошечки. Вот Вова, Золушка, Юра. Ну, ветка дерьмо. Единственное, что здесь пойдет. Ремнаборчик еще не спрятал? Да. Сейчас я быстро. Чуть-чуть. По себе тогда оставь. В черном ящике. Вон в черный, черный пакет. Слышишь? Серега!
красивые места Южного Урала. Не только красавцы, но еще и лоси. Вот вы ходили. Посмотрите, вот лосиный след. Серега, мы здесь. Мы тебя не бросим. Здесь прошел огромный великан. Отходите, отходите. Если не холоднее, я, блядь, сегодня замерз. Ну, я ползал. Ты просто замерз. Запить две очереди вперед. Да, поухай. Мы уже делали палатки. Какая вы сволочь. Очень затрудняется пряником кормишь. Ты его положи в котел. Ты его где держишь? Его где держишь? В котел его положи. Самое главное в походе перекус. Все остальное подходит. Смотрю, самое главное. А? Что кушаем? На дерево залезь, что? Что кушаем? На дерево что Бог послал? Видите за входа? Сухарики? Как бы, хвост оторвался, значит. Еще один команд. Не портите аппетит. Дождались. До камеры дошло дело. Где нормально, топок, блядь. Ну вот. Тихо, камера. Ага. Не матерись. Наконец-то. Как я думал, матерись. Сразу. Где они? Так. Где? Ребята, родные, скажите, где у меня топор? У тебя топор. Лун. Поговори, у меня топор сестры. Что у нас тут вечер? Да. Красный зажглась, да, Серёж? Ну да, красная лампочка. Ага. И вот... Вылезай! Вот глубина... Вылезай! Снега ровно метр. Вылезай! Вылезти отсюда будет трудно. Чтоб наглядно было видно, какой слой снега здесь. Всё, давай, приду. Всё. Она разборная. Вытащил ножку. Одну ножку вытащили, а вторую ножку. Так подробно не надо. Третью ножку. Саня, ножку вытащили. Откинь, прямо на неё прижимай. Так, ну, я крупным планом печку покажу, которая нас спасет, всю ночь будет греть нашу палатку. А теперь, когда я её буду собирать трубу, пожалуйста, выключи камеру. Почему, Юр? Я буду нелестно начальники называть в это время. Юр, ну ты же уже говорил, что больше не будешь такими словами говорить. Да? Да. Не могу. Сейчас перестань. Юр, у меня камера включена, Юр. Все, значит, нельзя. Это называется, вот это называется трубы. Как нельзя материться? Нет, вот она, первая колено. А засовка трубы выдана. Ага. Молодцы. Все, печь это жизнь. Четвертое колено. А печник это основной человек. Кричи. Ген, подожди! Хочешь слот, Ген? Фу, 29-е. 29-й, 2000 год, Южный Урал. Идем к вершине Юмантау. А? Я говорю, большой медведь, ты знаешь, не доходя налево. Точно, как он бросил материться, значит он снимает. Это последний из... Блин. Усы прочистили. Они же не тросли, чтобы их причесывать. Тоже первый раз, поэтому он из-за навесок набрал.
Вот так помин. Тогда отпусти. Два дня, полет нормальный, еще живы. Ты скажи. Так держать. Так держать. Четвертый день похода нашего, третий день перехода лыжного. Все бодры. Нет, там все, там прогал пошел. Чувствуют, что жор начался. Хлеб жрать не хотят, хотят есть сахар, конфеты, сласти. Колбасу. Обнаружили еще одного товарища. А две газетки зажал, блин. Все у него нормально с продуктами. Зажал две конфетки. Все понятно. Красный Витя. Я сыр на кранша неожиданность. Куда идем, зачем, непонятно. Чел ты своим пением. Блин, конфетку где-то нашел. В лесу, на дереве было. Да пошел ты. А ты надо было сказать. Он меня не уложит. Три дня пути. Быстро камеру не надо, Вася, медленно. Вот с такими сказал бы, Серег, шутками прибаутками. Что, молодая еще, да? Молодая. Чаек. Да, это чай, что? Вот это вот, смотри, кстати. Вот это вот, хороши. Подготовка дров идет. Это не серьезно. Пойдем купаться. Сейчас, ой, подожди. Ну, я засниму печурку. Спящих. Нахуй так, как? Вот там я не вижу никого. Там что-нибудь видно, Володя, нет? Володя, Геннадий, Юрий. Переколи их, наоборот, они больше горят. Они плохо горят. Так, ну ты купаться-то что, Юр? Сейчас. Идем? Давай. А? Так, закрыть. Расшипаешь, оно быстро приходит. Да? Плаваем. Вот это настоящие. О, помыться. Почел. Русские эти, богатыри. О. Помыть. На самом деле. А то быть на Южном Урале и не помыться в снегу. Не говори. До горы, не знаю, дойдем, не знаю, нет. Температура минус 15 за бортом. Вот это молодец. Молодец. Хорошо. Ну как? Впереди! Три дня ругачка с Юркой довела нас туда, блин! Вот это угловой мошак, Сергей! Право, угловой мошак! Серег. Вот это угловой мошак! Да, это вот зубец углового мошака! Это зуб... Нет, Геда, руку пусти, эту гору вот у нее... Ага, вот так, нормально! Ава. Мясный птиц. Нет, себе. Чтобы мы больше нихуя не бегали. Ну да, еще два дня. Вот сейчас вечером дойдем до туда под нож, а на завтра на реке попрем на весь день рано, а утром на тот день. Вот мы сейчас в этом товаре. Вот перед Денвером. Мы ищем здесь. Вот река, она уходит. Она же не может, она уходит там вниз. Вот. Вот она теперь. Вот она пошла туда вниз, значит. И вот мы стоим прямо вот перед Ямантау. Мы, кстати, вышли даже на эту, точно на эту точку. То есть нам только единственное сейчас свалить в речку и по ней пройти вот сюда вверх. А здесь уже, значит, там разберемся. А скалки вот они. Вот, видишь, левая обрыва. Ну сколько тут времени плавает? Ну здесь да. Километров, грубо так, если по всем 8? Этим. Больше. Больше? Сколько больше? Ну тут десятка. 5 сантиметров? Да. Давай, давай. Серег! Серег! К тому пришли! Мы еще их возьмем! На следующий год придем! Так, так держать! Так держать, блин! Пошло! Умеешь снимать, Юр, молодец! Южный Урал! Там находится Ямантау! К ней мы идем! Молодец!
так держать. Пошел. Сегодня 1 марта 2000 год. С праздником весны. Спасибо, Серега. Погода как раз. Метель кончилась. Прояснилось небо. Нам повезло. Всех нас с праздником. Да. Сергей на вершине. Вдалеке видно гора Ямантау, но вся в облаках. Но мы все равно ее покорим. Привет, Сергей, покоритель вершин. Привет. Берендея Сарта. Последний спуск. Мы, наверное, перед пути. Ямантау. Мы почти у цели. Давай-давай, едем. Движение? Движение. Ты что, белку что снимаешь? Нет, тебя жду. Ага. С первым днем весны. Он похож на весну. Первый пошел. Живой. Второй пошел. Второй упал. Третий пошел. Пригнулся. Четвертый пошел. Пятый. Приток Инзера. Есть. Зацепил. Зацепил. Чего ж не было? Неформальная лексика в камеру. Приток Инзера. Пико брали. И как это закрутился, так раз затихли. Съемки. Вот они. Саша, да, падают. Ты умеешь плавать? Умею. Я как предупреждать, но не говорить, чтобы кто-то знал. Ух, лепота. Нет, может, правда не прорубить. Да там еще такая сейчас одна спадишь. Харри, наверное, не Харри. Под камнем. А там Гришин приближает, приманивает их. У него шорты были, я почти подарил туда, прошли эту лыжу. А здесь я сижу я. У него жопа. В общем, все равнения на жопу. В общем, главный тартарщик. Любин. Подготовка мест под палатку. Любин. Всех истоптал. Даже снег перетоптал. Вот так вот. Всех перетоптал. Эх, мне лыжи сломают, откуда? Так, ну чё, где? Там, мочи там где? Где там тросик? Тросик в кармане у меня. Ну что, где ходите? Тросик в студию. Вот здесь тросик. Ох, лепота. За печку. Лепота, лепотушечка. Ну, сегодня все молиться будем. Завтра денек был нормальный. Сейчас, Жен!
Во всех условиях. Володя! Володь! А? Примерно так. Да. Надо просушить чуть-чуть. Ген, что варим? Сегодня будет тушенка. С макаронами. Мы когда чек попробуем? У нас сегодня макароны. Тут говорю, что сейчас чек заварили, не попьем. Итальянцы, знаешь, давай. Что он делает? Да, макароны. Макароны. Дежурный, лови эту самую котелок. Давай. Опа! Умение ловить. Котелки. Котелки. Ходит в навыки туристической группы, да? Серега, покажи, вот так скрывается. Серега, как скрывается? Вот таким образом скрывается в лыжном походе консервный банк. Когда... Нечего мудрить, только топором. Когда что готовит? Макароны! 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 Перед выходом в штольне. Демонтал. Бункер. Где Вашингтон? Видно. Как под глупой. В общем, общая цель идти вверх. Вверх. Через дорожку бы сесть надо. Восхождение. Еще сядешь. Сет, объектив не открыл. Вот так держи. Ген, объектив не открыл. Нормально. Ну что, уси. 12 секунд. Уж сколько могу. У человека должна быть цель. У нас сейчас цель взять эту вершину. И мы ее возьмем. Да. И вторая цель благополучно не попасть. Да. Вперед! На винные склады. На винные склады. Что могли сделать? А, кстати, там дальше будет картиночка. Сам этот дед наш Ямантау стоит, из снега сделанный. Вот дальше посмотришь. Ага. Там выход из лагеря. Альп-лагеря. Подлить поток. Восхождение началось! Ура! Ямантау, пропусти на гору. Ты нас так долго водил. Разрешаешь нам зайти? Получили благословение, да? Молчание, значит согласие. Теперь можно идти. Тё. Держи! Ёрка, держи! Уроним! Отлично! Сними меня. Мою морду. Не мыть её. Серёг. Нет, гора красивее. Серьёзно? Впереди гора Ямантау. Вот. Видно, точно набегать нет. Можешь закрыть. А дольше тут. 2 марта 2000 год. Впереди гора Ямантау. Наплывает туча снежная. Возможно, попадем в пургу. Нас водил. И наконец мы подошли, сжалился над нами до горы. Пусть. Теперь нам скажут. Вперед. Два часа, полет нормальный. Два часа. Ветер посильнее уже. Поехали.
Ну что, привязал карту, Ген? Привязал. Значит, нам на восток. А вот он красавец, балдоха. Я на такую фигню 60 километров припёр. Так оказалось, брошенная эта девушка. Блин, не готов. Чё? Да, по мышаку. Какие ощущения? Класс. Вот. Покорители вершин. Вот она, Ивантау! Тишина, сколько!
Мы уже на вершине. Мы уже на вершине с Юриком. Вот мы. Я вас от души поздравляю. Спасибо. А наша с той стороны, да? Да. А наша вот. Я поздравляю вас с победой! Спасибо! Никаких объектов нет. Ну что вот мы им сделали плохо? Нас залезли. Да. Нет, не пускай. Мы секретные. Плохого никому не делаем. Мы покоряем горы. Пошла. Пошла цензура. Больше. Вот на этой горе мы были. И за ней тоже. Скажи, как она называется? Гора дураков. Гора дураков. Дальше не понравилось. Женщины вспомнили. Участники лыжного похода. Перистые облачки. Завтра, наверное, что-то будет. Говорю, сегодня в ночь. Да вот я и боюсь. Вот смотри, завтра свечи готовь. Нет, не перья. Слушай, надо залезть. Слышь, надо залезть в середину, посмотри. Между ног что-то. Саш, я тебе скажу что-то. Ну все, пошли. Равнять? Мирно! Старая гора Ивантау. Группа туристов. Тебя сделала и идет домой. Город Ульяна. Ура! 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 Группа туристов. Группа туристов. И Вовка Щелнов. Он к группе не относится. Он сам за собой. Он сам эту группу имеет, да? Вот эту всю группу имеет. Бывает в нашей семье.
вернись. На самой макушке. А, да. У нас смотрит сверху. Кто тут? Почему? Аллочка, Аня. Эти снимки делаю для вас. С праздником весны вас. Чтобы и эту красоту вы увидели тоже. Вместе со мной. А это мой портрет. Его нарисовал я и солнышко на снегу. С праздником, с началом весны. Где уже стельки стали? Эх, ма! Так, вот один. Вот он вышел. Ты проходи мимо. Проходи мимо. Ты смотри, на небо. Так, внимание. А что внимание? 3 марта. 8 лет приходит каждый год. 2000 год. Уши, уши. У начальника день рождения. Я вчера слегка задержался. Поговорил с дедушкой. Да? Да. И он тебе сбросил. Объяснил, что у нас... День рождения. И он решил орех отсеять щедро. Говорит, у нас такие растут. Это дедушка. Уральский пряник многоразовый. Это отец. Я его так и таскать буду. Поздравляем. Гер. В общем, кокос на Урале. От индусов. От индусов. Все поправить. Все поправить. Так, так, так. Подровнять, да. Так, подровнять. Так. С копьем, с палкой. И посчитай, сколько лет я. Да. Ген. Спасибо. Ген, я что хочу сказать. Начальник, мы вот тебе пряник дарим. Он должен использовать пряник, когда руководит. На следующий день рождения мы тебе кнут подарим. Кнут и пряник — это такие вещи, которые как раз стимулируют работу. Не, мужики, если меня сейчас отпустят, ну вообще-то ладно, пряник сейчас. Не пород, я не пойду. Слушай, каждому надо откусить пряник. Он многоразово использует. Откусил и положил на место. И чтобы у тебя были вот такие всегда. А ну, ну ладно, Вов, сегодня я яичницу пожарю. От души. Последний. Поздравляем. Ну, я... Ген, ну основной подарок тебе сделала природа вчера такую погоду. Да, да, и сделала восхождение. Спасибо, это, дедушка. Да, самый главный подарок, наверное. По-моему, для всех. Вчера да. Сейчас мы ему это, Ген. И мы, лично я приношу... Ген, я благодарен тебе, что ты меня пригласил в этот поход, и я... Через, считай, наверное, 12 лет в первый раз попал в поход и увидел такую красоту. Спасибо большое. Всем спасибо. Всем. Спасибо. Потому что без всех мы бы не увидели никто. Спасибо. Спасибо, ребят. Ну чего, дедушка? Дедушка Антон. Дедушка Монтал. Да, да. Саш, как там каша? Топор приготовил. Не, мы с Салис. Мы с Овкой были в Саянах, значит, Гриша с нами был, блядь. Представляешь, построил всех, значит, все сели. Минуты 200 не позировали, блин, а он, конечно, не сделал. И он прибежал, а кадр. Фотография на память называется, да? Юр. Все вместе. Так, немножко поплотнее. Покучнее. Ага, вот, нормально. Ага. Ага. Получается. Пошла. Волос. Да, мать пошла. Нет, ты вставай вот здесь. Так ты беги. Ты беги, он успеет. Он бросит. Топор только ему на ход не бросает. Так, время по... Так. Так, фотографии на память. Последний базовый лагерь. 38.
уже никуда не денешь. Да. Еще раз днем рождения, Ген. Еще раз 30. Еще ему давать. Вот она, банда покорившая Ямантау. А можно 15. Выходки на какие? Раньше больше 15 сосен давали. Запечатлели. С милым. А едем, красотка. Володь, подготовка? Да, попытка подготовить снаряжение. Транспортное средство, да. Снаряжение. Привести его в рабочее положение. Состояние. Ну, оригинальное это, таким мощным топором. Нет, мы можем и другим. Равняем по ноге. Забудь про все, забудь про все. Ты не поэт, не новосел. Ты просто парень из тайги. Один винчестер, две ноги. Тайга вокруг, тайга закован. Открыта банка тесаком. А под ногами сквозь туман хрустит хребет. Хамар даба, и жизнь легка, под рюкзаком, шагай, не думай ни о ком, и нету славы впереди, а впереди одни дожди. За перевалом умер день, за перевалом нет людей, и вроде нет на свете стран. Где нет хребта, хамар-даба, мешочек сердца положи, не что-нибудь, а эту жизнь. Ведь будут тысячи столиц перед тобою падать ниц, и будут тысячи побед, а снится все-таки тебе одно и то же. Сквозь туман хрустит хребет Хамар-Дабан. Знаешь ли ты, как память в эти часы остра? Стиснутые ветрами семеро у костра. Кто-то включил приемник, кто-то поверх голов вглядывался в проемы глухонемых стволов. Кто-то включил приемник, кто-то поверх голов вглядывался в проемы глухонемых стволов. Стачивая усталость где-то на грани сна, плакала и смеялась тоненькая струна. Пела она все шире, чистая, словно снег. Там в городской квартире твой приглушенный смех. Пела она все шире, чистая, словно снег. Там в городской квартире твой приглушенный смех. Теплый июльский вечер. Беспечная, выгляни из окна. В небе поймай глазами блик моего костра. Знаешь ли ты, как память в эти часы остра?
В небе поймай глазами блик моего костра. Знаешь ли ты, как память в эти часы остра? Волки уходят в небеса, горят холодные глаза, приказы верить.